Привет, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу партию, где Магнус Карлсон почти всю игру уронил камеру. И это было очень смешно. И соперник Магнуса Карлсона загипнотизировал самого Магнуса, что даже камера Магнуса Карлсона не выдержала. Ну что ж, погнали. И соперник Магнуса Карлсона играл белыми, а сам Магнус Карлсон играл черными. Погнали. И здесь соперник Магнус Карлсон играет Е4, Е5, конь c3, и в этой позиции Магнус Карлсон сказал, что ему не нравится, как сыграл его соперник, и даже ник соперника Магнус Карлсон был неприличный, там был Магнус Дроп, что-то Дроп Стон, что так написано было, Магнусу самому не понравилось. Далее Магнус Карлсон сыграл F5, D3, укрепляя пешку на e4, конь f6, слон g5. И здесь в этой позиции fe, слон h6, и здесь Магнус Карлсон опять уронил свои камеры после хода ферзь f6. Далее конь e4, ферзь h6, ферзь d2 хочет разменяться соперник Магнуса Карлсона, ферзь d2, конь d2. И здесь если бить королем, то последует d5, конь c3, d4, и здесь король останется без рокировки, плюс конь будет в плохой позиции. Из-за этого здесь соперник Магнус Карлсон сыграл правильно. И далее конь d2, и следует d5, и далее хочет сыграть Магнус Карлсон e4. 3-0, слон d6, поддерживает пешку на e5, конь f3. 2-0 играет Магнус Карлсон, это правильный ход, это правильный выбор. И слон e2 и c6, подкрепляя пешку d5, это правильно, всегда подкрепляйте свои фигуры. Здесь может далее конь d7, ну не знаю, конь дали на c5, дали на c4, дали на e4, или можно конь h6, конь, не знаю, на c7, конь b5, конь d4, короче. Здесь муж хит, это c6 правильный ход, конь g5, ладей f2, слон f3, h6, прогоняя коня. И здесь приходится играть конь h3, слон h3, gh и e4, атакуя слон на d, Магнус Карлсон не забирает, как новичок, а он играет слон f4. Слон f4, связывая коня, но это правильно. Ладья hf1, хочешь разменяться, но слон d2 ша, развивать такую тактику. Если уйти на король b1, ну здесь просто размен. Ну и слона, ну и мужа коня на d7, далее ладью на f8 или на e8, короче, здесь хорошо было бы, но следует ладья d2, ладья f1, слон d1, конь d7, далее грозит конь e5, или же конь f6, атакуем на e4, или же конь c5 с этой стороны, так вот, на a4, на b6, не знаю. Ну, короче, конь d7, здесь соперник Магнус Карлсон признал свое поражение. Ну, вот такая вот партия получилась. Дорогие друзья, надеюсь, вам понравилась эта партия. Надеюсь, вам понравилось это видео. Во время партии Магнус Карлсон уронил камеру где-то 7-8 раз точно. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если понравилось, то подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока-пока.